Привет, друзья! Привет, с вами Михаил Булавцев и Лилия Донского. И сегодня предпоследний день видеоигры и тема дня, как мы понимаем скрытый смысл этой игры, что осталось за кадром и будем ли мы рекомендовать марафон другим людям. Друзья, не существует никаких волшебных палочек, цветиков, семицветиков. Никто не исполнит за вас ваши заветные мечты, не достигнет ваших поставленных целей. Все зависит только от вас. И как раз в данном марафоне собрались люди, которые это понимают, которые работают над собой, которые обучаются, которые двигаются вперед. И буквально за эти 27 дней уже виден потрясающий результат. Да, какой скрытый смысл мы здесь увидели. Лично для нас это было открытие, насколько у нас огромные ресурсы внутри запрятаны, насколько мы можем быть эффективными. Очень круто все разложили по полочкам, буквально благодаря коротеньким видеоурокам. Благодаря роликам, которые мы смотрели, мы, знаете, это называется как переопыление. То есть мы делились опытом, потому что собрались люди очень интересные, люди развивающиеся, которые двигаются все время вверх и вперед. И благодаря этому мы лично для себя поняли, что мы настолько мощные, и в нас есть все. Все абсолютно для того, чтобы вести за собой людей, вдохновлять, окрылять, реализовывать свои мечты и помогать людям реализоваться. Вот для нас это было очень мощно. Ну, к скрытой стороне игры можно отнести еще и личное общение с многими участниками. Супер. С марафона уже в социальных сетях и не только. Новые знакомства, конечно же, новые горизонты. Новый опыт. Новый опыт, да, самое главное, новый опыт. Очень интересно было наблюдать, потому что вот в проект, в игру пришли люди, которые, некоторые даже просто ни разу не записывали видео. И это было просто поразительно, что сейчас уже к концу они записывают практически профессиональные, классные, шикарные ролики. Молодцы. Которые интересно смотреть, невозможно оторваться. Еще что? Про рекомендации. Конечно же, мы, да. Как мы уже говорили, мы прорабатываем с командой все свои ролики. Мы с удовольствием будем рекомендовать данные видеомарафоны уже всем людям, с кем мы общаемся. Потому что наш результат уже увидели просто тысячи людей по нашим видеороликам. А еще я могу сказать, что как бы это вот не казалось странным, хотя это абсолютно не странно, когда у нас началась движуха с вами в марафоне, это все спроецировалось на нашу работу. Мы не могли так много времени уже уделять работе, потому что в основном были задействованы в марафоне. И тем не менее, у нас просто в команде произошел взрыв. Просто настолько пошла движуха мощная, все зашевелились, засуетились, сами начали делать. Для нас это очень мощный результат. Да, это самое главное, как раз ради чего мы пришли в данный марафон. Именно опыт, информация, да. Знания, знакомства. Да, да. И мы, конечно же, мы будем звать в этот марафон. Мы даже сами его, я уверена, что мы через какое-то время немножечко сейчас поработаем, а потом мы захотим еще что-то нового, и мы придем еще раз в этот марафон, потому что он действительно необычный, классный. И открывает внутренние ресурсы. А это самое важное. Потому что каждый человек уникален. И каждый человек родился уже личностью с большой буквы. Некоторые говорят, личностью не рождаются, личностью не становятся. Я с этим не согласна. И считаю, что личностями рождаются. Потому что человек родился личностью, а потом его закидали стереотипами, ограничениями и так далее. Становитесь личностью, раскрывайте в себе потенциал, разгребайте все это и двигайтесь вперед, потому что вы способны на все. И мы вам желаем вот такого классного успеха. Дерзай! Действуй! Достигай! А мы были с вами Лилия и Михаил. Пока-пока! До скорых встреч!